Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Саня Чудфу. Мы продолжаем проходить смерть вопреки послушник. Сейчас мы идем за артефактом каким-то там. Опять же, спасибо за помощь, сталкер 77 Алекс. Идем за этим артефактом. Он у нас должен быть где-то вон там вот. Посмотрим, если он там будет, не будет. Но я буду заглядывать почти, ну, в этот, как его, в картиночке, где что искать и так далее. Поэтому, извините, будет подвисание маленькое. Я буду говорить, когда я буду это делать, чтобы вы не думали, что у вас завис комп, или там зависло видос, и еще не такое. И так далее. Вот это место вообще. По идее. Супер крутые кабаны, мне вы не нужны. Я не хочу на вас миллиард патронов тратить. Как-то мне не хочется этого делать. Чем мне как долбанет? Охеренно долбануло. Так. Заебисы. Я нашел, конечно, не тот, который мне нужен, артефакт. Восстановление сил. Неплохо, да. Неплохо. Сейчас будем поглядим. Я сейчас вышел на... Что и как у нас? Где мы находимся? Мы находимся вот тут. Где-то вот тут может быть наш артефакт. По крайней мере, такую карту сделал сталкер 77 Алекс. Что нам этот артефакт дает? 4 килограмма. Вообще замечательно. Бесполезно. Так, хорошо. Для ученых артефакт нашли. Теперь нужно идти к ученым, а потом в то место. Окей. Давай отправимся. Мобов вообще бессмысленно атаковать. Потому что, ну, как вы помните, при самой первой части я показал, что будет, если атаковать моба. Особо ничего не будет, просто вы его не убьете. И на него нужно 10 или 15 гранат. А это не очень хорошо. Ух ты, ёб твою мать! Сука, я чуть не пересрал вообще, пипец. Коноплиное бесконечное поле. Сколько же они это делали? Это может в редакторе можно. Хотя, вроде как, в сталкере нужно все через блокнотик делать. Если они через блокнотик каждое дерево сажали, то это пиздец вообще. Другому даже и не скажешь. Так. Потом искать тайник, наверное, после того, как мы отдадим артефакт ученым. Так, мы туда бежим вообще? Ну да, туда бежим. Радиация, откуда взялась радиация, хер его знает. Конечно, карта сделана неплохо, ничего не скажешь. Какие-то новые декорации, вот эти вот, вот эта большая штука, которая посредине. Я думаю, вы помните. Так. Комп так жужжит, как будто это не сталкер, а какой-то Crysis 66. Ну что, мужик, принес я. Подождите-ка. Я хочу кое-что проверить.
Стоп. Все хорошо. Я просто сейчас понял, что этот артефакт нас забирают только после того, как мы нажимаем кнопочку. То есть, наверное, можно забагать. Деньги, антирадиационные препараты и прочее. Сейчас будет куча конопли вот этой вот. Поэтому нужно быть осторожным. Да. Если они реально это сажали вручную, то это пипец, конечно. Но я думаю, уже сейчас до такого времени дошло, что программа есть. Поэтому особо искать не придется. Ну, то есть особо делать не придется. Я думаю, через программу какую-нибудь, которая сама заселяет все это. Потому что по-другому я не знаю, как это сделать. Поэтому вот так. Я ж вроде выполнил задание, да? Самолеты, блин, разбитые валяются. Прям реально. Локация реально крутая. Ничего про локацию нельзя сказать плохого. Локация крутая. Но вот, блин, она мало заселена, и на ней очень мало объектов. Поболее объектов. То есть, чтобы она была вот сделать огромный город какой-нибудь там, не знаю. Не разрушенный, а действующий. Именно огромный. Большой город. Так, сейчас сохранимся перед этим. Ха, не, выйти из этого нельзя. Опция не дает выйти, то есть в любом случае нам придется. Все равно сохранили, давайте попробуем вот так делать. И артефакт выверт. Подожди, мужик. Окей, сейчас я посмотрю и скажу вам, нам нужен выверт. Выверт нам нужен. Хорошо. Хорошо. Так. Простите, что вот такие вот мне приходится, блять, не туда. Мне приходится сворачивать, чтобы посмотреть. Ну, потому что я не хочу тупить, поэтому, если мы сейчас найдем выверт, нам обратно бежать, по идее, туда же. То есть нам, по идее, бежать туда же, ну или вот где-то вот тут он может появиться, я так понимаю. Сейчас я еще посмотрю, ребят. Смотрим. Сначала по пути туда добежим, то есть он может появиться вот тут. Сейчас по пути добежим. Ну туда. Вот сначала нам надо к выходу идти, по идее. В любом случае. Где у нас тут выход? Я уж не помню. Там куча мужиков стоит, где у нас. Вот он, выход. Сейчас сначала сходим туда, поглядим. Тут вот. Хорошо, посмотрим. Пока артефакты вообще продавать не буду. Ибо может понадобиться потом. На следующем. Антирадиационный препарат выпьем. И пожрать бы не помешало. Вот, замечательно. Замечательно. Может быть, как мне сказали, это просто наработки на следующий мод, чтобы люди хоть посмотрели, что они могут, что будет эта локация и так далее, как мне сказал Сталкер 77 Алекс. Но не знаю, может быть, чуть-чуть и круто, но сейчас, по крайней мере, для меня это не нравится. Я прохожу только из-за того, что мне сказали, где что найти и как найти. Уж лучше завершить, он маленький рассказали, так что лучше я попробую завершить его. Не знаю, поскольку будут части, но постараюсь побольше, ибо, чтобы, ну, тут особо не на что смотреть, поэтому части можно, ну, не знаю, делать больше. Хотя зачем я это говорю вообще? Зачем вообще делать части больше, раз тут не на что смотреть? Не знаю, короче. Так.
Так, да, тут аномалии что-то вообще до жопы просто. Радиация красная. Так, где мне его искать? Это что такое? Это еще один такой артефакт, которого у меня уже два, по идее. Ночных звезды у меня две штуки. Ну ладно, еще раз посмотрим. Хорошо, четыре дома, один дом. Вот тут он где-то находится. Вот тут. Враги сидят. Окей. Отнесем артефакт выверт. Спасибо тебе еще раз, Сталкер 77, Алекс. Без твоей помощи я бы и блуждал, и искал бы его. Наверное, хер знает сколько. Где стрелочка-то? А вон она. Окей, не так далеко. Костюм уже давно край, поэтому даже переживать нечего. Так. Надеюсь, нам не дадут еще одного задания найти еще один артефакт. Хотя, я думаю, их всего три должно быть, по идее. Посмотрим, какой нам дадут еще найти артефакт. Ну, какая аномалия. Ну, это как перекрашенный, как вы помните, орб красный внутри у нас, у нее. В этой аномалии. Давайте сохранимся. Так. Радиация минус 4. Если нам нужен этот артефакт, мы можем себе его оставить. Просто взять его сейчас, продадим ему этот артефакт. Плюс получим за это деньги. Плюс, если в диалоге опять такая же штука будет, то прикольно. Прикольно. Плохо, что темно, ребята. Извините, но сейчас ночь, как бы. Вход, мать твою, где ты? Ар. Второму кругу уже бегу. Там куча мужиков должно стоять. Вот он. Вход. Да-да-да. Этот я бегать тоже не буду, так как можно войти сразу. Ибо нефиг. Тут такая же система сделана, то круто. Артефакт гравий и кристалл. Хорошо. Будем искать, ребят. Так, а находятся они у нас вот тут. Три вот тут, четыре вот тут. Идти нам, конечно, очень далеко, но ничего. А то срубаем деньги тупо с куста. Хотя, стоп. Он нам дает деньги, но деньги нам не даются за то, что мы багаем, наверное. Я не знаю, так. 3-4. Сейчас поищем.
Ой, как далеко бежать. Ой, как далеко бежать. Очень-очень далеко. Конечно, они могут быть в той долине. Если мы их здесь не найдем, пойдем в долину, но ничего. Я думаю, в долине-то они есть. В долине артефактов. Броне давно край пришел. Ух ты, а вот эта аномалия нормально так жарит. Нормально так жарит аномалия. Сейчас. Уже почти добежали, я думаю, посмотрим. Это же это место? Ну, вроде как да. Если я его брал, то он, наверное, не будет его. Давайте вот сюда еще сходим. Вот он. Кристалл, это у нас что находится? Хорошо, спасибо тебе еще раз, сталкер 77, Алекс, вот угол находится. Нам так и бежать, по идее, нужно. Тут, наверное, бандосик появился. Да, один бандосик. Лутер. Гранаты у тебя доберу. На всякий случай, пусть будет лучше у меня, чем у тебя, мертвого. Где-то вот тут у нас этот артефакт. Можно найти. Тут-то я, мне кажется, его уже брал. Кабанчики, жарабанчики. Давайте, кабанчики, иди сюда. Умные твари. Ну что, это текстура? Не очень. Умные твари. Ну тут, видимо, его нету. Потому что я его здесь брал, естественно, он не успел резнуться. Придется идти в долину артефактов. Она отсюда далековато, конечно, но ладно. Но пойдем мы уже в нее уже в следующей части. Спасибо всем, дорогие друзья, за внимание. С вами был, как всегда, Sunshade Full. Всем до встречи и пока.